Сегодня из Запорожья отправляют на учения первую партию мобилизованных. Провожала ребята и наша съемочная группа. Больше сотни запорожских мужчин от 20 до 40 лет явились в областной сборный пункт военной команды. Сегодня вечером они отправляются в Житомир на спецучение. Там они будут находиться 50 суток. После этого бойцов перенаправят в специальные подразделения. Значительная часть военных попадет в зону антитеррористической операции, говорят в областном военкомате. При этом большинство новобранцев пришли сюда добровольно и только треть по призыву. Но все без исключения считают своим долгом пополнить ряды украинской армии. Говорят, надо защищать страну. Я весь Майдан отстоял и вот ждал, что мне придет поездка, но ничего не приходило. Я пошел и сам попросился, чтобы забрали. Повестка изначально приходила, меня не было в городе, родители дали знать об этом. Я пришел по собственному желанию. Любимая моя ждет, сыночек ждет, мать ждет, отец ждет, сестра ждет. По словам замоблвоенкома Михаила Логвинова, каждый день на протяжении недели группы по 100-200 человек из Запорожья будут отправлять мобилизованных на специальные учения. При этом в военкомате подчеркивают, все призванные во время четвертой волны мобилизации будут направлены в зону АТО только после прохождения соответствующей подготовки.